данный момент времени у каждого из нас есть свое маленькое желание. К примеру, у меня есть желание получить автомат по какому-то предмету. Всем привет, меня зовут Иван Киселев, и сегодня передача «Общажный Мургант». Со мной также и мой телеведущий Артем. Привет, Иван. Приятно познакомиться. Артем, у меня к тебе вопрос. Артем, скажи, как ты думаешь, кто так же, как и я, хотел бы получить автомат? Ну, такие великие вещи мог заполучить только один человек. Жак Фреско. Артем, к сожалению, Жак Фреско уже умер, и если бы он это все-таки хотел, он бы дал тебе на размышление ровно 30 секунд. К сожалению, Артем провалил тест, в котором был всего лишь один вопрос и один правильный ответ. К нам сегодня пришел человек с большой буквы «К», но, как мне подсказывает текстовик уха, с большой буквы «В». Сами не разобрались, поэтому встречайте, Кардан Варданович. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Сфотографируемся с вами на секундочку. А и на аватарку поставлю, маме покажу. От души, Дмитрий, ай, вы наш молодец. Если позволите, я верну вам кепку. Я думаю, вам еще сегодня работать в такси. Не говори. Кардан, вам слово. Я бы хотел пару секундочек вашего драгоценнейшего времени потратить. Хотел бы всем братьям своим ауф передать, маме, папе. Я к этому ивату готовился, еще с маминого утроба, понимаешь, а? От души вам просто, мужик, я от души. Все понимаем, и нам очень приятно с вами увидеться. Если кто не знает, Кардан является высшим участником телепроекта «Давай поженимся». Там он встретился с такой прекрасной, по-своему прекрасной девушкой. Все мы запомнили ее по ее артистическому мастерству и рыжему цвету волос. Вы ее унесли за пределы сцены. Расскажите, пожалуйста, что было дальше? Есть ли жизнь после «Давай поженимся»? Ну как жизнь, понимаешь? Ну, честно тебе скажу, прям по большому секрету, только, ну, чтоб ты никому там не рассказывал. Это сестра моя была, короче, Зульфия, прикинь, да? То есть, я правильно понимаю, что вы вместе с сестрой были на телепередаче «Давай поженимся»? Не, так это так, брат, ну, знаешь, типа, аудиторию набрать, ну, актерка там, понял, да? А, то есть, вы считаете себя актером, правильно? Ну, конечно. Приятно, приятно. Первый же вопрос, который назревает у нас в голове. Подскажите, чем вы занимаетесь, какие у вас планы, какие у вас интересы? Ну так, знаешь, я тебе объяснил же то, что актеркой трохи занимаюсь, там, ну это как хобби, понимаешь? Ну а зарабатываю, ну честно сказать, ну, короче, шаурму я кручу. Ну. Шаурму крутите один? Ну нет, я на брата Рафика работаю, но это временно, ну ты сам понимаешь, что я звезда восходящая. На брата Рафика? Да, да, есть у меня два брата родных. Рафик и Тофик. То есть вы мне хотите сказать, что вы житель Беларуси, и у вас братья Рафик и Тофик? Ну, конечно. Что вы там такого? Старославянские имена. Прекрасно. Сегодня у нас есть фотография. Прошу заметить, это ваша фотография. О, вот это от детского альбома нашего. Да. Думаю, что коллеги... Четыре пацана, только их трое. Четыре пацана, только их трое, совершенно верно. Все в Adidas, все на спортивках, все здравомыслящие, правильно? Конечно. Чистый ум, чистый разум. Чистый ум, чистый разум. Где вы видите себя в будущем, Кардан? Ну, в будущем там большая такая, знаешь, сцена, так классно, вот эти всякие Ди Каприо, там для меня будут вообще мелочь просто. Мелочь, вы будете слишком большой, думаю, вы не поместитесь в Голливуд, да? Конечно. Прекрасно. Сейчас, Кардан, у вас есть прекрасная возможность высказаться. Все, что вы хотите, вот, прямо в эту камеру. Ну, я бы хотел сразу прорекламировать нашу жаурмечную, чтобы вы понимали, да. А то у нас оценки какие-то, там, двойки, тройки в этом гугле, там, эти хейтеры пишут, короче. Так вот, ну, уже хейтеры не пишут, потому что мы к ним там поездили, всем съездили, чтобы ты понял, там, пятерки сейчас будут. Так что заходите, накрутим, закрутим, пожарим, как надо. Прекрасно. Ваши братья-борцы? Ну, конечно. Ну, было несложно догадаться, как вы выбили себе оценку. Сегодня на нашей телепередаче был Кардан Варданов. Надеюсь, вы когда-нибудь к нам еще раз вернетесь. Обязательно уже в стане великого актера, который заработал Оскар. Ну, конечно, зовите, через годик уже будет все тут у меня. С вами была передача «Общажный Мургант». Всем спасибо за просмотр. До свидания.